И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и Кэт Макс. Сегодня мы играем Гаррис Мод, все просили прятки, и сегодня мы будем мочиться. Карта у нас называется Круиз. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Так, ну что, Димон, ты будешь первый искать? Да, я буду первый искать. Ребята, я играю за покемона, ну точнее за Пикачу. Вот этот желтенький, смотрите. Яркий такой. Видишь, да, меня? Видно, только у тебя на лбу кровь, ну ничего. Залечишься. Это так, срастется. Мы тут все маленькие. Это варенье ел. Смотри, Димас, в чем прикол моего скина. Смотри. Оп. Ах ты голова. Ах ты голова. Я возьму в руки меч, чтобы лучше видеть все со стороны. Все, только голову видно. Где мечи? Вот так вот надо сделать, вообще не будет видно. Во. Короче, поугараем. Так, Димас, я первый, да, еще? Да, 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 ты же сам хотел. Поэтому не поугараешь первому. Так, что-то у нас с лефти тут фигня творится. Так. Так, кем я буду сегодня? Здесь так классно, в этом корабле. Я хочу быть большим и страшным. А кто у нас большой и страшный? Конечно же... Фредди. Все. Не, не все, не все, не все. Так, все, я, Димас, играю за Фредки. Сейчас буду вас пугать. Вы спрятались? Сейчас, сейчас, хорошо? Димон, подожди. Все, спрятался. Еще, а мне еще в секундочку, я тут хочу просто попробовать. Могу я так... О, могу. Могу встать так. Так, телепортироваться я тоже могу, отлично. Могу присесть, сейчас посмотрим. Так, давай, чтоб я не смотрел, я знаю, можно спектейтить за тобой. При этом я не буду исчезать. Так что, Димон, сейчас будем с тобой нет, наблюдать. Нет, только где-то. Как? А где там спектейт, Димас, кстати? А, утилиты. Не, Димас, когда ты на них нажимаешь спектейт, ты исчезаешь. Не, мы проверяли, не, Дима. Да, 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 да. Ой, у меня плохо видно тебя. Я вижу что-то такое ужасное совсем. В животе. Димас, а ты посмотри, где я в спектейт. Так, эта штука что-то плохо открывается. Серега, я тебя так, вижу. Буду играть я. Ой, нет, то здоровый. Видишь, какой. Видишь, где я? Ты на лодке. Ой, ой. Ты это, ты в корабле. Извини, Серега. Вырвалось. Все, Кэт Макса поймал я. Кэт Макс, как ты мог? Все, нас теперь двое аниматроников. Все, ищите, ищите. Так будет веселей. Еще, еще, еще. Может, найдете когда-то. Сегодня найдем. Когда-то. Ну ты, Димас, меня, конечно, опозорил. Не, не опозорил, сказал правду. Это неправда, это все. Правда. Вранье. Я слышу кого-то, я реально слышу. Это все равно. Так, я знаю, где вы прячетесь. Нет. Вы прячетесь где-то сюда. Так, я думаю, что кто-то спрятался вот здесь. Ой, я смогу сквозь стены смотреть? Фантайм Фредди, это я. Я вижу тебя. А я не тебя могу. Нет. А я тебя нет. Странно, да? Да. А мне не странно. О. Ой, что-то с дверью тут. Ну так, что, Дима, получается? Не, получается, получается, только начал. Кэт Максу по воду. Сейчас тут задохнется. Ой. Пропал мой метроник. Обратно возвращаемся. Так, Димас, где ты можешь спрятаться? Что ты любишь больше всего? Могу дать подсказку. Не, не надо, я только начал. Понял. Ты что, я только начал, а ты уже какие-то подсказочки даешь. Давай-давай, мочи. Не-не-не, так не пойдет. Я тебя ищу. Так, там я уже был, тут я не был, а там еще был. Так. Ой-ой-ой, кого-то слышу. Обыскал. Тут корабль здоровенный. Я не хотел так убрать на прятки, но захотел. Я тебя понял. Логично. Так, на полках никого на этих... На других кто-нибудь будет. Ой, что тут за дверью? Все, ну что, подсказать тебе? Не-не-не, не подсказывай, я только начал.
Ты что, Димас, хочешь... Просто проверяю, сильный у тебя характер или нет. Ну блин, у тебя сильный характер. Отлично. Так что будем сейчас, Серега, перепрячивайся быстрей. Перепрячивайся. Там есть место, где перепрятаться можно. Очень много места. Ой. Так, ну что? А я вас знаете кого возьму? Я давно не играл. За... С кем я давно не играл? За аниматроника, гениально. Я буду балумбоем ходить. Ой, кто там, пацаны, давайте вместе его искать. Так, где там Серега-то спрятался? Ищем этого кабана. Блин, классный корабль, да, Диман? Да, здоровенный. О, бильярд есть. Есть, я, кстати, думал, что ты под столиком там спрячешься. Я тоже там ходил за... Думал, ну передумал. Сбор аниматроников, давайте обсуждать, что будем предпринимать, как Серегу ловить будем. Давайте думать. Обдумываем делишки наши, аниматроники. Ну пошлите, идемте. Где ты, Димон, уже искал его? В номерах во всех. Кстати, на самый верх не поднимался, не знаю просто, как туда подняться. В туалетах искал? Да. Ну, смотри, он мог перепрятаться сейчас, а он, скорее всего, мог пойти в туалеты. Но знаешь, где он не может быть? Это в номерах, потому что номера только его искал. Понял, ищем. Скорее да всего, меня в туалетах нету. Нету. Сережа, я иду тебя убивать. Сам даже говорит. Вот тут. А какой у тебя скин? Капхедик. Капхедик, хорошо. Кап-хедик. Найти кап-хедик. И уничтожить. Кашку. Блин, Димон, тут куча мест. Я тебе говорю, корабль здоровенный. Я тебя, Димас, еле нашел. Куча номеров просто. Я не думаю, что так спрячешься хорошо. О. Точнее, плохо. Серега, ты на улице или в корабле? В корабле. Так, в корабле, значит, да? Так, он находится в корабле. О, тут какие. Который находится на улице. Украшения красивые. Ну, смотри, в зарослях он может спрятаться. Да. Так, Серега там спектейтит за нами. Я не могу со спектейта выйти. Он знаешь где? Где? А, его там нет. Я думал, он где-то в бассейне может. Может, в сральниках где-то. В сральниках, да. Он может сказать в корабле, а сам быть на улице. Может такое быть, Серега? Может быть. Ах ты говно. Ну это не то. Не может быть так. Он здесь, Серега, он здесь, я чувствую. Серега, ты умер, да? Извиняюсь, я специально кинулся, потому что это... А, и вот так, да? Сейчас... Вот не, так, не, значит, не. Хорошо. Просто я со спектейта выйти не могу, я не читер, я честный игрок. Все, давайте ищите, я на Серега, читер! Серега, я тебя видел, перепрячивайся. Привет. Убивай его. А где он? Все, короче, теперь я буду искать. Давайте, пацаны, прячьтесь. Так, все, я взял. Так, надеюсь, я Пикачу взял. Да, Пикачу. За голос был, как это в рацию. Давайте, пацаны, я вам даю одну минуту, иду искать. А че так много? Ладно, полминуты. Димас, я когда меч взял этот звездный и за покемоны играю, я такой вообще маленький, прикольный. О, Димон. Я такое место нашёл. Тут не везде можно залезть, это очень плохо. Так, что это такое? О, отлично. 10 секунд. Серега, я такой? Нет! Сколько секунд? Димас, мы не договариваемся на секунды. Ну все, я готов. Стой, Димас, я кинусь. Так, куда? Да при чем тут хп, я тебя с одного раза убью, какая разница. Все, давай, Димас, ищи. А я уже бегу. Я никогда не найдешь. Ищи, Димас, меня. Никогда не говори никогда. О, у меня теперь вода на экране, классно от мода того.
Так, ищем по порядку все. Димон, ты чего? А, я горю. А ты меня что поджег, а чем? Нормально так. А че так? Давай, Димон, дальше ищем. Ищем, да? Вместе пошли. Давай, я беру вот этого. Ого, ты кабан, я по сравнению с тобой, я тебе ниже, чем колено, ну, по коленку. Пошли, Димон, искать этих челиков. Так быстро меня нашел. А я там бы сам бы запрятался. Вот ты говнюк. Я думал, ты будешь жестко где-то там, знаешь, где-то там на выступе. Прятаться прямо, знаешь, в самом легком месте, чтобы ты не искал сразу вот там. А я наоборот по порядку начал. Я думал, ты со сложного начнешь, а не с легкого. Вот так я подумал. Но, видишь, неправильно подумал. Надо было думать, как я всегда думаю. Классная отмазка, пойдет. Принимается. Я слышу, кто-то двери открывает. Я тоже. Это не я. Это я хожу, ищу этих челиков. Это прямо рядом со мной где-то. Так, в туалетах чисто, значит, их там не было. Погнали дальше. Чисто туалеты, хорошо, помыты. Говном не воняет, да? Не воняет. Двоим нет. Так. Куда мне идти-то сегодня? Они, скорее всего, знаешь, где Димас? В номерах спрятались. Во где. Ищи в номерах. Потому что я смотрю, тут нигде нету, ну, на высокой палубе. Как она? На верхней, во. На высокой. Давайте подсказку. Сейчас я себя найдем. Открывайте дверца. Опа, ну. Ты кто у нас тут самый умный? Точнее, самый тупой. Кто у нас самый тупой? Все, Димон, они где-то здесь. Где-то здесь. Убил Сережку! Молодец! А потому что есть тут магазинчика два, и он в магазинчике закрыл щитками ворота. Ах ты хитрый жук! А я знаю, что никто не... Молодец, Серега, красава, принимается. Сразу прочухал. Что, короче, мы еще Кэт Макса не нашли. Ищем этого челика. О, Кэт Макс! Я не знал, что сюда можно подниматься. Так быстро! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!